Солнце. Мы вчера говорили, что Солнце какие хорошее, что дает нам хорошее. Но Солнце также нас учит. И Солнце влияет на чувство собственного достоинства человека. Когда ребенок, это, знаете, вот этот период, связанный с Солнцем, плохой. Все планеты, которые связаны с полом, это Марс, Солнце, Венера и Луна. Они все вызывают стрессовую реакцию в детском возрасте, на своем этапе развития человека. То есть у ребенка появляется гневливость в какой-то момент его развития. То есть он таким образом пытается контролировать гнев. Бог так сделал, что он нас тренирует в жизни. Вот как мне, допустим, научиться контролировать гнев, мне надо во мне гневливость вызвать. Поэтому во время полового созревания у мальчиков возникает гневливость. А чуть позже полового созревания у них возникает амбициозность, амбиции. Они перестают слушаться родителей, ведут себя очень гордо, высокомерно. Это уже плохое влияние Солнца. Это стрессовая реакция по Солнцу. Но стресс может и не возникнуть, если человек справляется с этой ситуацией. Человек очень неудовлетворен своим положением в обществе под влиянием Солнца, вот этот стресс. Грубит начальству, старшим, учителям, начальникам, наставникам. Хочет себе больше уважения, славы. Болезни могут вызвать непереносимость жары, давление повышенное. Самое страшное — это инсульт. Инсульт может быть в результате плохого влияния Солнца на человека.